Всем привет! С вами программа «Новостенок». И мы ее ведущие Руслан и Амина. Сегодня в нашей программе сделаем с вами новогодние поделки. Но я просто напишу «С Новым годом» ручкой. Узнаем, как будут отмечать Новый год жители города Черкесск. Отлично. Веришь ли ты в Деда Мороза? Да. А что будешь загадывать ему? Что будешь просить у него? Наверное, машинку на пульте управления. Послушаем с вами новогодние песни и зарядимся праздничным настроением. Новый год, дискотека, все пати. Новый год, всем подарки под подушку. Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого раннего детства. Казалось бы, что нового можно узнать про него? Однако существует множество интересных фактов про Новый год, которые, возможно, смогут вас удивить. Первое документальное свидетельство о традиции наряжать елку относится к началу 17 века. Как утверждают историки, первые наряженные в честь Рождества деревья появились в Эльзасе. Для срубленных елей, сосен и буков праздничными украшениями служили розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мушура. Светящаяся электрическая гирлянда из разноцветных лампочек впервые была украшена ель у американского Белого дома в 1895 году. С 1949 года 1 января считается в нашей стране нерабочим днем. Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября. Именно в этот день на его вотчине, Великом Устюге, наступает самая настоящая зима и ударяют морозы. В Древнем Риме Новый год встречали в марте. Именно в это время начинались полевые работы. Эскимосы отмечают Новый год с приходом первого снега. На Кубе в Новый год всю посуду в доме наполняют водой, которую затем выплескивают на улицу в новогоднюю ночь, чтобы смыть все грехи. Новый год на Кубе называют Днем Королей. В Италии существует необычная традиция выбрасывать из окон в новогоднюю ночь старые вещи. Это может быть как одежда и посуда, так и мебель. Считается, что чем больше старых вещей будет выброшено в новогоднюю ночь, тем больше богатства и удачи принесет Новый год. В Израиле Новый год отмечают дважды. 1 января по-европейски и еще раз в сентябре. Под Новый год в Тибете все пекут пирожки и раздают их прохожим. Считается, что богатство в Новом году напрямую зависит от количества розданных пирожков. Один из древнейших русских обычаев – украшать елку сладостями. Оригинальные игрушки, лакомства можно сделать своими руками. Русик, давай узнаем, что у жителей города Черкесска будет на новогоднем столе и как вообще они собираются его отмечать. Давай! Без чего Новый год не Новый год? Без елки, наверное. Ну, без мандаринов и без Деда Мороза это не Новый год. Без елки и Деда Мороза? А веришь ли ты в Деда Мороза? Нет. Будешь ли загадывать желания? Нет. А, скажи, пожалуйста, самое главное блюдо на новогоднем столе? Не знаю. Оливье? А, без Деда Мороза. Веришь ли ты в него? Да. Будешь ли ты загадывать что-нибудь и просить у него? Да. Что? Я уже ему писала письмо на ссылку. Я загадала, чтобы он исполнил мое желание. И я загадала, чтобы он сделал это. И я загадала, чтобы он помог детям, которые живут в детском доме. Без елки и без Деда Мороза. Отлично. Веришь ли ты в Деда Мороза? Да. А что будешь загадывать ему? Что будешь просить у него? Наверное, машинку на пульте управления. Наверное, ли не определился, да, еще? Не определился. Без оливье. Все. Веришь ли ты в Деда Мороза? Да. Что будешь у него просить? Не знаю, еще не решил. Без снега и Деда Мороза. Веришь ли ты в Деда Мороза? Да. А, скажи, будешь ли что-нибудь у него просить? Еще не знаю. А, как обычно ты отмечаешь Новый год? С семьей, с друзьями. Что вы делаете? Кушаем. Желаем друг другу счастья, здоровья и все. Хорошо. Гуляем. Оливье. Будешь ли ты праздновать в этом году и как ты обычно празднуешь? Ну, обычно я провожу со своей семьей, близкими. Что вы делаете? Ну, там говорим всякое, там смешные истории и так далее. Друг другу пожелаем всякого удачного с Новым годом. Скажи, пожалуйста, а как ты будешь отмечать этот праздник?
Я хочу отметить со своей семьей в квартире, со своим котом и шиншиллой. А что вы обычно делаете? Обычно? Ну, в этом новом году я хочу маму попросить, чтобы мы сделали пряничный домик и много вкусняшек. Скажи, пожалуйста, а загадывать, что ты будешь у Деда Мороза? Веришь ли ты в Деда Мороза? Верю. Я хочу у него попросить мини-собачку карманную. А как ты будешь праздновать этот праздник? С родными. Что будешь просить у Деда Мороза и веришь ли ты в Деда Мороза? Наверное, что все родные были живы. И все, наверное. Крабовый салат. Наверное, селедку под шубой. Салатики. То есть больше ничего не надо, только салат? Нет, можно курочку. Ну так что, курица или салаты? Курица. Можешь ли ты пожелать что-нибудь детям в этот праздник? Я хочу пожелать счастья, здоровья и хорошего Нового года. Чтобы все были здоровы и чтобы никто никого не умирал. Ну да, всем счастья лучшего, чтобы никаких разборок насчет экономики ничего не было, как в прошлом году. Крепкого здоровья, чтобы дети, которые болели, они выздоровели. Желаю всем самого лучшего. Желаю всем счастья в Новом году. Счастья, здоровья, всего хорошего. Желаю вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья и чтобы у вас все было положительного. Амина, как ты думаешь, что эффективнее поднимает настроение в новогоднюю ночь? Мандарины? Они, конечно, тоже, но я думаю, что лучший вариант – это новогодние песни. Точно! Они помогут нам настроиться на нужный лад. The fallen leaves drift by the window. We autumn leaves, all red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear all the winter sounds. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, c'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais. La vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement s'aiment vers la pluie et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Ba-b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 a. Wa-ba-ba-ba-ba, wa-ba-ba-ba, wa-ba-ba-ba-ba. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear all the winter sounds.
awful, my darling. When autumn leaves start to заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. Облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, звезд на небосклоне. К нам неслышно опустится звезда, и ромашка останется в ладони. Облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, свысока. Нас облака.
навсегда останется он с нами. Собрались родные за большим столом, и горят рождественские свечи. Все свои заботы мы оставим на потом. Мы так долго ждали этой встречи. С Новым годом, Черкесск! С Новым годом, страна! Зажигай и встречай красиво. С новым другом, пора громко крикнуть ура. С Новым годом, моя Россия! С Новым годом, моя Россия! Дед Мороз приносит новые мечты, наполняя воздух чудесами. Все у нас исполнится, знаем я и ты. Новый год придет, он будет с нами. Светятся гирлянды и поет метель, нотки нашей песни новогодней. Волшебство и сказку ты скорей поверь, все произойдет уже сегодня. С Новым годом, Черкесск! С Новым годом, страна! Зажигай и встречай красиво. С новым другом, пора громко крикнуть ура! С Новым годом, моя Россия! С Новым годом, моя Россия! Каждой сказки и чудо ждет, и, конечно, подарки. Приближается Новый год, долгожданный и яркий. С Новым годом, Черкесск! С Новым годом, страна! Зажигай и встречай красиво. С новым другом пора громко крикнуть ура! С Новым годом, моя Россия! С Новым годом, моя Россия! С Новым годом, моя Россия! Новый год уже совсем близко. Скажи мне, Руслан, ты вообще готовишься к этому празднику? Конечно, готовлюсь. Это мой самый любимый праздник. Ну, не считая дня рождения, конечно. Я знаю очень талантливого блогера Руфину. У нее на канале уже давно вышло видео, как подготовиться к этому замечательному празднику. Ну и отлично. Давайте все вместе смотреть и учиться. Здравствуйте, новостенок! Здравствуйте, студия! Сегодня мы будем делать открытку, но не простую, а новогоднюю. Также нам понадобится цветная самоклеющаяся бумага, обычная цветная бумага, линейка, ножницы, ручка, карандаш и клей. Можно взять и обычный, но я возьму ПВА. Берем цветной картон и прикладываем на него лист А4. Берем карандаш и обводим. Все, мы нарисовали, теперь можно вырезать. Вот мы вырезали, теперь надо ее согнуть напополам. Вот я и сложила его напополам. Теперь откладываем его в сторонку и берем обычную цветную бумагу. Можно взять синего цвета или зеленого. Мы будем делать елочку. Я возьму зеленую. Складываем его напополам, но уже в другую сторону, вот так. Теперь мы раскрываем. Берем нижний край и сгибаем его к середине. Также с другой стороны делаем.
Теперь то же самое делаем с другим. Должно получиться так. Теперь мы должны загибать это все в гармошку. Теперь нам нужна линейка, чтобы указать сантиметры, которые мы будем вырезать. Мы кладем линейку на листок с нуля. Теперь нам нужно отмерить 7 сантиметров. Потом нам надо отмерить 13 сантиметров. Затем 18. Потом 22. 25 и 27,5. Должно получиться так. После того, как мы отметили, мы теперь можем спокойно это отрезать. Теперь мы берем нашу заготовку, которую мы подготовили для открытки, и берем самый большой кусочек, который мы сделали из зеленой бумаги. Берем клей и мажем вот тут вот. Отступив от края примерно 3 миллиметра. Теперь мы должны взять какую-нибудь вещь, с помощью которой мы придержим наши гармошки. Я возьму линейку. Теперь мы должны сверху намазать клей. Все, теперь можно закрыть открытку. Теперь мы должны плотно прижать, чтобы клей хорошо склеился. И попробуем раскрыть. Получилось вот так.
Пока клей засыхает, мы можем вырезать звездочку для елки. Вот мы вырезали кусок бумаги, теперь мы должны нарисовать на ней звездочку. На самую верхушку открытки звезду. Вы можете взять любую бумагу, но я взяла самоклеющуюся. Я отделяю защитный слой и клеим на верхушку елочки. Должно получиться так. В принципе, наша открытка готова, но вы можете украсить ее как хотите. Но я просто напишу «С Новым годом» ручкой. На этом наша рубрика подошла к концу. Вот такая вот красивая открытка у нас вышла. С Новым годом! На этом, дорогие телезрители, наша программа прощается. Новостенок желает вам в новом 2019 году крепкого здоровья. И пусть именно он станет для вас самым значимым. С наступающим! С Новым годом! Пока-пока!